Всем привет! Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о возможном назначении Михаила Шашилова старшим тренером женской сборной России по биатлону. Резцова выразила сожаление, что Виталий Нарицын не остался работать с женской командой. «Я раньше работала с Шашиловым, он хороший специалист, но человек сложноватый», – заявила Резцова. По мнению экс-спортсменки, Нарицын более спокойный и лояльный тренер, который нашел взаимопонимание с командой. «Михаил Викторович несколько другой человек, не знаю, как они будут находить общий язык. Проблем, понятно, не будет у Мироновой, это ее тренер. А что с остальными?» – сказала Резцова. Напомним, кандидатура Шашилова будет направлена на утверждение в Министерство спорта. Мы не разделяем мнение Анфисы Резцовой в том плане, что будет хорошо только для Светланы Мироновой. Если, по словам Резцовой, Шашилов хороший специалист, то, на наш взгляд, этим все сказано. Хороший тренер сможет найти подход к любому спортсмену. Главное, чтобы был результат. Остается подождать следующего сезона, чтобы все это увидеть и сравнить результаты. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!